Всем привет, с вами Penny Preds. И сегодня у нас Easy Drop и Open Case, да, то есть, ну, а также розыгрыш Юмпа. Ну, это чутка попозже. В общем, все как обычно, закинул 250 рублей, снова использовал багованный промокод, крутанул колесико, мне выпало 4 прокрутки, с 4 прокруток мне выпал снова дисконт на 30%, а это значит, что сегодня кейс открывать мы начнем именно вот с этого. Снова будем пытать удачу и посмотрим, что же отсюда выпадет. 209 рублей тратим, то есть еще, в принципе, 190 остается на балансе, и смотрим, что выпадает. В общем, я открываю кейс за птичьи игры. А сколько ты вообще можешь стоить, птичьи игры? 183, да? То есть, в принципе, блядь, что вчера как-то он там задал, и сегодня... Ладно, птичьи игры так птичьи игры. В общем, сегодня мы снова дальше хуячим шимпу. А, подожди, зачем мне шерпу надо? Я сейчас еще, подожди, бонус получу. Так, что, 2500 ты даешь? Ты долбоеб, что ли? Куда ты такие бабки, то есть, мне предлагаешь? О, все, пиздец, нахуй, опять какую-то хуйню мне тут выдавал. Все, блядь, отсъебывайся, сваливай нахер. Все, короче, опять 200 тратишь, 180 получаешь. Ну что, давай снова мы по ширпопеем. Раз, два, три. Давай вот по 4, потому что 4 они нормально влазят в экран и нормально на них можно смотреть. В общем, я открываю 4 ширпокейса в надежде на то, что выпадет что-то круче, чем какао-буйство за десяточку, да? Какао-буйство 10 рублей стоит, 10.50. Ну, как и предыдущие условия, все, что дороже 10 рублей, мы оставим для... Как это называется? А, для апгрейдов. О, ёпта, для апгрейдов. Снова попытаемся поймать 10% какой-нибудь балабас. Так, тут вандал. Галиль вандал. О, ничего себе. Ты что? Да ты чё, костяная маска? Охереть, костяная маска сколько стоит. Слушай, костяная маска за 2 рубля, костяная маска за 20 рублей, да? Ёпарасоты. Не, ну смотри-ка, меня сейчас кейсы купил. Понял? Меня сейчас... Ширп меня сейчас окупил. Вот, меня сейчас... Если вот, короче, открыть за 299 рублей и получить скин, который стоит там залупку, да, то есть залупку, то есть на воротник, то есть который 180 стоит, это печально. Но если ты открываешь за 209 и скин тебе за 180 попадает, ну, как-то еще более-менее терпимо. Снова костяная маска, за сколько? А, это все, это не окуп, это вообще не окуп. Так, по 24 рубля, это еще сколько мы? 5, ну, 5, 4, там, 5 раз открыть сможем, да? 4-5 раз сможем открыть. 32, что-то опять подсыпал, опять. Блять, может сегодня апгрейд какой-нибудь залетит, а? Может залетит что-нибудь? А что ты вообще дороже 40 рублей ничего не даешь, изик? Как так-то? Как так? Изи дроп. Опять какао-буйство за десятку, да? Заебанное какао-буйство какое-то. А, нет, за 16, нихера себе. А что, цены растут, да? А может у тебя это... Хотя я ж уже тебя выбил. Я ж тебя уже выбил, да, то есть... Ой, блядь, мне ж сейчас это... Надо же фришки посмотреть. Надо же фришки посмотреть, что там. Может, давай грозу за 5 соток. Нет. Так, надо, подожди, надо посмотреть фрикейсы. У меня какие доступны? За 250. Так, 3 раза открыто, через 52 минуты только смогу открыть, да? А, я ж с утра сегодня крутил второй фрикейс. Короче, нихуя там не выпало. Две грозы и вот эти береты, короче, выпали. Вот такая вот хуйня. Так, стоять, подожди, мне же надо розыгрыш провести. Ребят, нам же надо выбрать победителя Юмпа. А для этого мы залетаем вот сюда, копируем ссылку, потом залетаем вот сюда. В общем, вы же помните, да? То есть условия розыгрыша какие? Условия розыгрыша такие, что? Вам нужно быть подписчиком канала от одной недели больше. Под вот этим видосом нужно было поставить лайкос и написать комментарий минимум с 5 слов. Ведь, вон какое количество людей, просто огромное количество людей с этим, с этой задачей смогли справиться. А поэтому сейчас мы выберем того, кто у нас заберет этот юмп. Призовое место у нас будет одно, то есть 31 комментарий, 23 лайка. Кто-то написал несколько комментариев, либо просто не стал лайкать. Ну давай посмотрим, кто этот счастливчик, кто этот малец, удалец или не малец, но удалец там, да? А, не Original Games. Комментос смотрим прям. Пенни, измени ссылку на воскресный розыгрыш, а то оно не то видео. Все, да, я прочитал твой комментарий, спасибо, я, короче, уже ссылочку изменил. Спасибо огромное, что ты заметил. Лайкос есть, подписка есть. Единственное, что нам сейчас надо будет проверить, как давно ты подписан, потому что... Ну, ищет долго, значит, подписка есть. И, скорее всего, ты подписался недавно, потому что те, кто давно подписаны, уже в розыгрышах принимали участие, он уже их быстро находит. Подписка есть, да. То есть, единственное, что мы сейчас посмотрим.
Посмотрим, как давно не Original Games ты подписан, потому что, ну, условия нарушать не будем, да, потому что, ну, люди потом могут обидеться, сказать, что я чмошник. Так, не Original. Так, ну я вижу, что ты как бы первой десятки тебя нету, да, то есть, поэтому ты как бы уже, в принципе, значит, подписан больше, чем одна неделя. Ну, все-таки, чтобы все... Вот, не Original Games, 17 марта, ребята. То есть человек подписан с 17 марта, сегодня у нас 8 апреля, то есть неделя есть. Не Original Games, я тебя поздравляю. То есть я, насколько помню, ты выигрываешь у меня первый раз на канале, да, то есть вот этот потрясающий... Короче, Юмп, вот тот старт-трек, он твой. Тебе сейчас что нужно сделать будет? Тебе нужно будет под вот этот видос, под вот этот видос, да, то есть который принимал участие в розыгрыше, под свой комментарий скинуть мне трейд-ссылку. Вот, находишь здесь свой комментарий, под кнопочку ответить кидаешь трейд-ссылочку, и я тебе отправляю твой скин. Вот, я тебе отправляю твой скин. Вот, как-то так. Ну, а я лечу дальше на... Так, подожди, вот эту хуйню надо закрыть. А я лечу дальше на Easy Drop. На Easy Drop. В надежде что-то выбить. В надежде что-то выбить. Что-то годненькое, шмодненькое. Так, давай-ка мы по 3, по 18, да, блядь. Три, не три, может это по три надо открывать. Не, ну как бы он так-то это. Ну снова какао-буйство, ё-моё, блин. Чтоб тебя, блядь, какао-буйство за какао-буйствило. Ну, блядь, нет, так-то он подвыдает. Уже сколько видосов идет? 6 минут. Так, надо быстрее, короче, открывать кейсы. Давай мы сейчас попробуем открыть по-бырому просто, по-бырому, да, потому что потом еще ловить эти. Так, продаем все, открываем быстро. Так, ага, снова буйство. Так, открываем быстро. Так, тут нечего. Так, открываем быстро. Да, ёб твою мать. А можно как-то тебя это там, типа там, оп, открыл, закрыл, да? Ну вот тут останавливайся. Да, можешь, нет, не здесь. Вот здесь надо было хотя бы. Так, открываем быстро. Так, слушай, ну он как бы так ничего вроде дает-то, да? Продаем. Так, открываем быстро. Продаем. Ну, блядь. Ну, ладно, хули. Открыл медленно. Открыл медленно, чё? Песчаная штриховка. Все. Все, ты не хватаешь. Ты не хватаешь, а я теперь лечу в апгрейды. Подожди, может, в контракты попробовать сперва? Так, может попробовать три скина в контракты? Короче, так, а подожди, а я это говнище-то, которое мне выпало. А, вот я же тебя даже не продал. Подожди, а нахуй? Подожди, нахуй я? Подожди, мне же тут это... Мне же надо продать, доступны для продажи. Доступны для продажи, зайди, ну не тормози. Чё ты как с кейс-баттла-то привычку взял тормозить? Подожди, а откуда у меня столько говнища-то 6-рублевого я тут какое-то? А вы зачем мне тут вообще нужны? Что я с вами должен делать? А? Больше никакого говнища нету такого. Ух ты, у меня так у меня еще 24 рубля есть. Ёптать, я еще живу. Ничего себе, вы что думали, блядь? Че, кейс батл, думал, я так быстро сдамся, да? А, ну понятно, то есть бреешь, короче, конкретно, не даешь мне возможности, да? Ну все, понятно. Так, давай-ка мы сейчас залетим в контракты. Выберем три самых дешевых, три самых дешевых. Это самое, вот, короче, за 10 рублей самое дешевое получается, потом за 10 вот столько и за 12.03. Это самые дешевые, остальные мы будем пытаться намутиться, короче. За 33 рубля закидываем, смотрим, что получаем. Да, буква Х, это хорошо, это хорошо. Это хорошо, никакая другая буква, понятно? Даже если будет нехорошо, наоборот. За 13 рублей мы что-то получаем, да? А сколько мы... А, мы закинули 30, получили 13, да, то есть, ну, тоже, ладно. Хер с тобой. Хер с тобой, золотая рыбка. Хер с тобой, золотая рыбка. Там что-то надо было умное сказать, ох, хуй знает я. Я не знаю, что сказать умного. Мы давай ЦЗ-шку попробуем. Не знаю, что сказать умного. ЦЗ-шку хоть можешь дать. Можешь дать ЦЗ-шку. Так, я, по сути, за все вот эти вот сегодня четвертый день... Четвертый день, который у меня еще не было ни одного дня окупного. По-моему, у меня еще не было ни одного окупного дня. То есть все что-то да все мимо как-то. Все что-то да все как-то да мимо, да мимо, да мимо. Мимо, мимо, да мимо. И не знаю, конечно, с чем это связано. Ну, вряд ли это связано с тем, что я задолжал сайту, да? То есть вряд ли. Я сомневаюсь, что это просто с этим может быть как... Что это каким-то образом может с этим быть каким-то... Че? Крошка Кеф?
О, блядь, кружка кефа. Давай я тебя, если что, я с тобой побегаю даже. Чё бы и нет, надо ж менять маленечко эти. Ах ты ж, сука. Ах ты ж, блядина-то такая. Кружка кеф не хотел, чтоб я с ним бегал. Ну и хер с тобой, кружка кефа. Давай я тебя еще разок попробую. А? Кружка кев. Профессионал, ты ж профессионал, я профессионал, мы профессионалы. Давай что-нибудь придумаем на двоих. Нет, да? Ты тоже не хочешь. То есть... Байка про профессионала тебя не убедила. Ну что, может быть, мы Мортис? Мортис заберем. О, надо было. А вот этот подешевле, да, Мортис? Так, ну тут слышно по щелчкам, что он не долетает. Слышно по щелчкам. Блять, полная сливчанская, да? Какая-то хуйня. Полная слив, 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 слив. Слив, слив на сливе, слив на сливе. Давай снова пытаемся. 10% он не дает, нихуя, да, то есть. Да чтоб тебя, блять. Балабаста. Так, ладно. Остается это. Блять, меня так и подмывает что-нибудь процентов на 50. О, сэр чертов Тихоня, давай. Сэр чертов Тихоня, ты тоже террорист, поэтому ты тоже мне нравишься. Ну, мне аватар твой нравится. Или скин, или как там, что это называется. То есть не в плане того, что ты мужик и ты мне нравишься. Нет, мужики мне вообще не нравятся. Вот. Просто твой аватар нравится, прикольный. Ну, пиздец, да? Изич, ты на меня обижаешься конкретно, да? То есть, или то, что ты думаешь, у меня тут скинов лежит много, и ты думаешь, нахуя ему столько скинов там, да? Зачем ему столько скинов? И поэтому ты не хочешь мне ничего выдавать, да? Ну, я чё, зачем? Ну, как зачем столько скинов? Разыгрывать. Разыгрывать, конечно же, такое количество скинов у меня. Для чего же они мне еще, по-твоему? Только для розыгрышей. Тигр в джунглях. Нет, Глок реактор. Вот давай реактор. Нихуя, 10% не заходят. Не, ну, в принципе, с одной стороны, это хорошо, да? С одной стороны, это хорошо. Вот. 60 у меня, блядь, это. Ну-ка, ну, как бы... А если на 50% попробовать на 20? Подожди, на 20% это сколько? Надо на 5 умножить на 300 рублей, да? Просто... Подожди, вот у меня остается пятница... И суббота, да, чтобы в субботу делать. Но у меня только вот один скин, который у меня тут есть. Я даже не знаю, что я буду делать. Ну-ка, рублей на 300. От 300. Давай-ка попробуем тебя что-нибудь замутить. Ну давай, блядь, от 300 вот так вот. Слушай, можешь ты выдать команд... Мэй, баба. Да у меня есть баба, не хочу я с бабой играть. Банан снова, картель. Вот, тебя если поставить. Это 20%. То шанс 20%. 20% шанс. То есть я там пробовал 9%, это 20%. И что? Ну что, давай. Давай попробуем, похуй. Давай попробуем, короче. Посмотрим. Посмотрим. Хуй, короче. Что на 10, что на 20. Нихуя. Нет, дальше я пробовать не буду, потому что идите вы в пизду, короче, понятно. Сколько у меня всего? 771. Четвертый день, 250 было закинуто. 4 дня по 250, это 1000. 771 рубль у меня пока что есть на балансе. Это минус 230 рублей. Минус 230 рублей. Вот такие вот, короче, результаты. Неутешительные пока что по издропам. Конечно, это не полный ноль, не полный слив, не полный луз, как могло бы быть, да? То есть и все же, и все же... И все же, и все же, и все же. Все же это не то, на что я рассчитываю. В общем, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. Юзайте мой промокод. Ну, а я с вами прощаюсь и до новых встреч. Пока-пока.